11 июля 2021 года не стало режиссера, актера театра и кино Павелоса Гайдиса. Он снялся в достаточно большом количестве советских фильмов. Например, «Выставка», «Золотая цепь», «Все против одного», «Свадьба в лесу», «Полет через Атлантический океан», «Женщины и четверо ее мужчин», «Богач-бедняк», «Лицо на мишени», «Смилуйся над нами», «Долгое путешествие к морю», «Расколотое небо», «Раны земли нашей», «Мужское лето» и «Июнь начало лета». Имеются в его фильмографии и роли, сыгранные в литовском кино. К примеру, главная роль в ленте «Тайна». Всего в фильмографии Павелоса Гайдиса почти 20 проектов. Актеру было 84 года. Светлая память.